Бег в любую погоду. Дождливый вечер не помешал десяткам истинных любителей бега выйти на мокрые дорожки стадиона «Торпедо» целыми семьями. Семья Семеновых, Люба, Евгения и их папа Андрей не пропускают ни одного забега. Зимой бегаем на лыжах, летом бегаем бегом, велосипед. Это привычка уже. Здоровый образ жизни. Даже авторитет мамы не против такой привычки своих дочерей, которые с детского сада привыкли к бегу. А к участникам соревнований, с напутственным словом, обращается еще больший авторитет – главный врач городской клинической больницы Валерий Янин. Те, кто хочет вести спортивный образ жизни, мне кажется, любое время года, любая погода не помешает заниматься спортом, потому что спорт и здоровье – это понятия, которые очень близки. Человек по своей природе все-таки ленив. И тот, кто выходит в такую погоду на беговую дорожку, я думаю, что этим людям, вне всякого сомнения, надо поаплодировать. Совет врача. Не засиживайтесь дома, когда рядом есть беговая дорожка. Спорт – это лекарство, но еще и захватывающее занятие. Первый старт принимают девочки до 8 лет. Вот как они летят к финишу. А за ними выходят спортсмены постарше, и среди них настоящие мастера. Это тяжело, это постоянные тренировки. По-хорошему надо следить за питанием, за режимом, рационом. И нужно отдаваться спорту. Я без бега уже как-то не могу даже, уже привык к нему. Беговая дорожка – это вечное движение и вечное преодоление себя на пути к главному старту. Сегодняшние участники тоже стремятся к нему. Если он в эти 12 этапов, в 12 лучших времен входит, то, соответственно, мы его ставим в элитный забег, и в сентябре они разыгрывают гран-при, так называемый. Но сегодня, я смотрю, здесь самые упорные, да? Все-таки? Сегодня, да, погода, конечно, нас подвела, но честь и хвала тем людям, которые пришли. Бегут все, но победителем будет один. Тысяча в Мытищах, перевалила экватор, и скоро главный забег. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День».